Привет! Сегодня я вам расскажу, как злиться на немецком языке, когда тебе упал на голову кирпич. Jetzt reicht's! Niemand wirft mit Steinen auf mich und kommt damit durch! Mach schon, mach, steh auf! Dieser blöde kleine Bastard, dieser Mistkerl! Итак, первая фраза. Wütend auf jemanden sein. То есть быть злым на кого-то. Или же сердиться на кого-то. Ich bin wütend auf dich. То есть я на тебя рассержен. Или же зол. Дальше. Sauer auf jemanden sein. Тоже. Быть злым на кого-то. Или же кислым, если переводить дословно. Sie ist ganz schön sauer auf uns. То есть она достаточно зла или же рассержена на нас. Darauf hätte ich auch sauer reagiert. То есть я бы на это тоже отреагировал бы злостно. Ich bin sauer auf dich. То есть я рассержен на тебя или же я зол на тебя. Так, а это, ну, sauerkraut, это ж этот... Ну, кислая капуста с уксусом немецкая, которая, от которой рыгать хочется. Ну, по крайней мере, мне. Sich ärgern über. Злиться на что-то. Sie ärgerte sich über sich selbst. То есть, она злилась сама на себя. Или же, она была рассержена с собой. Ich ärgere mich darüber, dass sie die Wahrheit nicht gesagt hat. Я раздражен тем, что она не сказала правду. Mein Bruder hat mich geärgert. Мой брат разозлил меня. Или же позлил меня. Если хотите использовать с глаголом sein, то тогда мы говорим verärgert sein. Да? То есть ich bin verärgert. То есть я зол. А теперь наша любимая рубрика «Несколько фраз». От немцев. Сейчас нам помогла Анита. Значит, первое словосочетание это genervt sein. Это von jemandem, да? Допустим, быть раздраженным или же нервированным кем-то. Допустим, du nervst mich. Ты меня нервируешь. Или же ich bin genervt von dir. Я раздражен тобой. Du gehst mir auf die Nerven. Ты меня нервируешь. Или же, если дословно переводить, ты идешь мне на нервы. Дальше, как сказать грубо? Нам Анита говорит, du gehst mir auf den Sack. Ты меня раздражаешь. Это грубо. Если на русский язык так переводить грубо, то это звучит так. Ты меня заебал. Стопы! А этот же, ходен зак, это что у нас это? Ну, вы знаете, что это такое. Ну, напиши в комментах, что это такое. Ходен зак. Или же «du gehst mir auf die Eier» обозначает, в принципе, то же самое, звучит тоже грубо. Тоже «ты меня заебал». «Ты меня наступаешь на яйца» обозначает это, что ли? Ну, я дословно перевожу. Шо, шо, вы на меня так смотрите? Так оно переводится. А шо, все, сценарий закончился, получается? Если хочешь услышать фразы, когда ты устал, да? Ну тогда вы знаете, что вам делать. Ставим плюсики и лайки. Покеда!